Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, ну что, посмотрим заодно, сколько нам еще медалей нужно для того, чтобы перейти на следующий ранг. Так, испытание дня, собирай детали. Зомбовыжималки. Запчастей для зомбовыжималок много не бывает. Найди, собери детали. Понятно, две штуки, но это как повезет, друзья мои. Они могут дать, а могут и не дать. Продать нам нужно, ну, еще приличное количество напитков. На выжимку, я так понимаю, ничего поставить не могу. У меня не хватает зомбарей. Поэтому погнали искать. Так, зомби обнаружены. Это у нас... это у нас болото, да? Нет, это у нас снег. Снежная долина. Специфические, так скажем, зомби. Так, поменяй-ка мне на гарпун. Блин, как я не люблю, когда вот над пропастью, а? Воржи. Давай сделаем вот так вот. Вдруг... вдруг, ребята, он попадется. Ты серьезно сейчас? Есть, в лобешек прям засандалил ему все-таки. Все-таки в лобешек я ему засандалил. Так, давай-ка выкидываем. Посмотрим, кто тут. Далеко не... вот, одна деталька есть. Оух. Слушай, а тут что у нас? Ну, если, допустим, сделаю вот так. Сейчас глянем, кто там у нас будет первым. Хорош. Да выеживался. Ну, ты серьезно? Так, минус один. Лови, 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 Рэй этого. Не убежал. Не убежал он. Я его все-таки подбил. Ну что же. А медали у нас 35. Это еще 15 нужно нам насобирать, чтобы я перешел на следующий ранг. Ну что, продолжаем. Как же раздражает здесь эта реклама, если честно. Так, ну что, тут мы с тобой отработали. Тут мы отработали. А вот у нас, друзья мои, как раз-то и болото. На болоте у нас есть вероятность поймать больше зомби, а соответственно... продать больше напитков. А напитки — это наше все на данный момент. Так, этот довыезжался. Блин, мне нужна еще одна запчасть. Дело в том... эй! Я ж тебя поймаю, засранец. Ты далеко не убежишь. На! Допрыгался, кузнечик. Так, сюда поставим капканчик и будем ждать. Двоих сразу, это даже не успел вылезти, мы ему черепундель-то прострелили. Так, синька чмо. Мы ее поймали. Так, последний зомби, друзья мои. Последний зомбик. Это желтуха. Все, значит, мы еще получим одну медаль. Что приближает нас к очередному, ребята, званию. Зомби пойманы. Прекрасно. Так, я, наверное, зайду... оу. Слушай, наверное, я воспользуюсь этим моментом. Но момент не работает, друзья мои, потому что я отключил интернет. А для чего? А для того, чтобы не было рекламы. Так, ну что ж, давай потихонечку расставлять. Значит... здесь. Здесь. Так, ну еще прилично нужно. Так, у нас есть три голодранца. Блин, а тут надо четыре. Ага, вот сюда можно. Пока все. Пойдем искать дальше. Точнее, не искать, а ловить. Вот они, зомби обнаружены. И я иду прямиком на их поимку. Да что ты будешь делать-то, Рэй? Ну хорош. Так, летучую мышь мы подбили, чтобы она нам не мешалась. Здесь, на всякий случай, я поставлю, друзья, капкан. Сразу же бросаем мозги. Так, этот попался в капкан, что очень приятно радует. Синька чмо. Готов. Мышь. Да, ты серьезно, Рэй? Ну, слушай, а почему... ребята, а, поймал, я думал.
Да блин, даже в мышь не могу попасть. Да... Попал. Прям под самый конец, ребят, я ее подбил. Угу, угу. Я вот сюда, наверное, брошу, а вот здесь вот постою. Ну, это желтуха. Самый изичный из зомби. Так, а тут кто? Так, ну я видел там фиолетовый, да? Мелкий. Готово. И две детальки, ребят, мы поймали с вами. То есть задание выполнили. Очень хорошо, очень хорошо. Мы получим сейчас награду. Блин, одного зубика не хватило, а? Ну как так-то? Как так может быть? Давай заберем. Испытание дня пройдено. Ну что же. Так. Ага. Ну, в принципе, нормально, я тебе скажу. Дали жиробаса, что уже приятненько, потому что он нам даст. Договай сюда, господи. 13 минут будут выжиматься. Блин, ну все равно еще дофига надо. Все равно еще нужно очень много. Так, тут 3 минуты будут выжиматься. Желтуху мне больше пока некуда поставить. Сюда пока поставим авансом. Так, здесь. Понятно, охота на босса надо. В плане, у нас все, у нас уже закончились поиски, да? Ну, быть такого не может. Вы серьезно? Блин, мне еще столько добывать надо, они уже мне лавочку-то прикрыли. 19 тысяч монет. Ну вот, смотри, еще примерно столько же нам нужно с тобой нафармить зомбарей. Слушай, знаешь, какая у меня идея есть? Мы сделаем перерыв, то есть я вообще выйду из игры и зайду сюда где-то через полчасика. Я думаю, это будет нормальный вариант, потому что у нас как раз найдутся зомби, и мы спокойненько с тобой их наловим. Так будет проще, чем я буду сидеть и ждать, как говорится, у моря погоды. Как вариант, я думаю, это сгодится. Так что увидимся уже буквально через пару секунд. Так, ну что, ребята, зомби найдены. Нам нужно совсем немножечко, совсем капельку. И мы с тобой апнемся. Зомби обнаружены. Давай, погнали. Раз уже зомби обнаружены. Так, меняем оружие. Так, я не знаю, кто здесь. Будем смотреть. Хорош парень. Успокойся со своими снежочками. Оп. Так, филин. Ага, волчара. Думает взять меня на храпом. Не вышло. Я ставлю сюда капкан. Ну. Хорош. Двоих сразу же. Сквознячком. Иди сюда, выкиш. Вот и все. Поймали. Даже капкан нам здесь не пригодился. Но он был здесь, ребят, поставлен для подстраховки. Так, давай-ка я быстренько в кафе смотаюсь. Для того, чтобы... А для того, чтобы поставить нам. Так, у нас двое из ларца. Сюда. В принципе, наверное, этого и хватит. И желтуху сюда вставим. Ну что, подождем тогда, да? Посмотрим, что там нам дадут. Следующее задание какое будет. Мы с тобой просто перейдем на уровень, никакого апа нам не дадут, я имею в виду по зомби-выжималке, потому что это будет 35 уровень, а у нас следующий идет только на 36-м. Ну неужели? Ага, улучшение. Так, плюс получаем 2 плутония. Короче, ребята, продать товаров 60. А, чая нужно. И улучшить зомби-выжималку. Блин.
Это вот эти кексики нужны. Упс. И зеленый чай. Ага. Блин. Зеленый чай. Я еще так понимаю, нам нужен будет обычный чай. Так, улучшили. А кексики это у нас... Блин, я забыл, где они у нас водятся-то? Да подожди ты, мне не это надо. Они у нас водятся... вспомнить бы, где они водятся у нас. Так. Они, по-моему, водятся на пляже. А у нас на пляже ни одного дрона нету. Зато есть босс. Блин, это же это свинота. Ага. Ты можешь пушку, блин, поднять чуть выше? Ать. Ать. Да ладно, попал. 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 Еее. Бабка ты корявая. Нормально мы ее шлепнули. Так, с... Слушай, ну 40 сразу же. Блин, где они водятся-то, черт подери, я забыл. Эти-то понятно, а эти у нас в снегах. Вот эти вот. Снежники. Слушай, по-моему, да. Блин, или на болоте? На болоте они, по-моему, ребят, фиолетовые. А, так, фиолетовые, а нам нужны красные. Подожди, какие красные? Нам нужны фиолетовые. Точно. Идем на болото. Но, чтобы их поймать, это, ребята, редкий случай такой бывает, чтобы мы их... Ты бери ты свою сетку. Ой. Ой. Да ладно, всех поймал. Ху-ху-ху-ху. Далеко не убежали засранцы. Так, летучая мышь. Ну, я ее шлепнул, чтобы она, ребята, не мешала нам в дальнейшем. Всякое бывает, сам понимаешь. Так, синьку вальнули. Так, желтых мырь. Изичный, который. Молоточек. Шаг вперед, два назад. Давай так вот сделаем. Да в плане, блин. Я, наверное, не успею поймать, или успею. Есть, хлопнул. А там я, наверное, ребят, все-таки одного упущу, да, получается? Желтуха сам ко мне идет радостный. Он идет ко мне с распростертыми объятиями. Хотел, наверное, обняться со мной, но я его нахлобучил. Так, ну что, забегаем в кафешку. Одного я поймал, но там, по-моему... А сколько нужно? Трое их или двое? А вот тут маловато, конечно. Значит, нам надо с тобой переводить. Так, ничего пока переводить не будем. Ненавижу, блин. Да как? И сейчас в яму. Ну, понятно, конечно же, ребят, ну.
А один, ребята, шлепнулся в яму. Какие бесевы, а, чмошники. Да опять ты за свою, опять та же самая комбинация, блин, хлыщ стоит под прикрытием. Все, упустил, ребята, я их. Пипец, я в шоке. Двоих упустил, как раз мне они и нужны были. Просто упустил их. Да. Только один. Фиг ли мне с этого одного, мне толку от него нету. Мне нету от него толку никакого. Так, надо сюда. Как у нас там зомби переводить, ты помнишь? Я не помню просто, как переводить зомби, ребят. Да они хитро, конечно, делают. Они выпускают хлыща позади, а спереди броня у вас ставят. И что хочешь, то и делай, блин. Сынка, вали нафиг, раздражаешь меня. Что-то меня аж прям бомбануло, ребят. Так, я вижу там фиолетовый говнюк. Ну еще ты мне тут мозги повыноси, а? Бежит в припрыжку. Так, ребята, 40 медалей. Одна, ай, тут и одна. 10 медалей и повышение звания. В кафе. Куда же тут еще возвращаться? В кафешку только. Ну вот, эти мы с тобой доделали. А вот с чаем, конечно, ребят, похуже все. С чаем будет все намного хуже. Отправляем их в снега. Причем всех. Причем всех, друзья мои. Но я тебе скажу следующее. В следующей серии, ребята, мы отлавливаем этих зомбарей. Сделаем с тобой эти чай. И апаемся. Мы апаем с тобой зомбо-выживалку новую. Не знаю, что он тут себе представляет, но мы посмотрим. А на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.